Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю! Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям.